Предприятию «Форель Фиш» отказано в предоставлении рыбоводного участка на озере Сегозеро. Сегодня к такому решению пришли участники межведомственной комиссии в Минсельхозе Республики. Заявку на определение границ участка в акватории Медвежьегорском районе компания подала в мае. К этому дню стало известно, что границы участка находятся за пределами судоходной трассы, особо охраняемые природные территории отсутствуют, как и зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Однако сами представители компании не явились на заседание. Кто такие? Какие интересы какого предпринимателя представляют? Неизвестно, поэтому считаю, что это тоже такой значительный фактор, который имеет значение, да, то есть в вопросе заинтересованности формирования рыбоводного участка, ну а также отсутствие заключения и почему-то мнение местных жителей, граждан, тоже никакого ответа в адрес комиссии не поступило. Члены комиссии единогласно проголосовали против определения границ рыбоводного участка на акватории озера Сегозеро.